Декрет окончен. Я туда. Как дела? Я бы вам скучала. Я не изменяю себе, вожу стройматериалы. Вот они на заднем сиденье. Там куча всего интересного. Как у вас дела, рассказывайте? Как вы тут без меня вообще? Привет! На самом деле я к вам подключилась, чтобы спеть. Мы с вами давно не пели, а так как я стою в пробке, неизменно. Думаете, я вру? Я стою в пробке. Ну, в общем-то, давайте петь. Расскажу вам вкратце. Все прошло хорошо. Мы с Вовкой уже 6 дней вместе. Вот. Вечером выложу фоточку. Поем? Мамашка. С вами вы мамашка. Как дела? Давайте общаться.
Все, я снова стою в пробке, могу вас читать, могу вам писать даже. Пятигорск за меня? Ребят, кстати, я думаю, что вы уже знаете, все посты читаете, конечно, я же вижу. В общем, второй этап голосования настал в Russian Music Box, где я номинирована на прорыв года. Вот. Второй этап подразумевает под собой отсыл СМС. Я потом поменяю немножко пост, вы увидите, только по вашему желанию. Если отошлете СМС-ку, буду вам благодарна. Будем побеждать. Хочу победить. Давайте следующую песню петь. А следующая песня у нас это... Ростов, привет! Дубай, привет! Атырау, привет! Италия, привет! Муа! Прости, мне очень жаль. На улице погасли фонари, и я должна уйти. Ты только ничего не говори. Остывший за ночь город ознобом щиплется сквозь кожу, а мне бы только не простыть. Но я тобой уже похожа. Слабость — это вовсе не порог, и все, что говорил, теперь читаю таю между строк. Остывший за ночь город ознобом щиплется сквозь кожу, а мне бы только не простыть, ведь я тобой вольна похожа. Знаете, как поется хорошо, когда тебя никто в печень не пинает. Здорово поется, правда. Кстати, и эта песня, и предыдущая песня из альбома третьего, который называется «СССР». Плед не согревает, мед не лечит голос. Знаешь, знаешь, жизнь не сеть запутанных полос. Не за то боялась, не за то боролась. Знаешь, знаешь, в чем-то разобраться не пришлось. 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 Кроются сомнения, знаешь, знаешь, крайне неполезны мысли вслух. Крайне неполезны мысли вслух. Крайне неполезны мысли вслух. Крайне неполезны мысли вслух. Запертые души, знаешь, знаешь, как им в заточении жилось. Не за то боялись, не за то боролись. Знаешь, знаешь, в чем-то разобраться не пришлось. В чем-то разобраться не пришлось. В чем-то разобраться не пришлось.
пришлось, в чем-то разобраться не пришлось. Знаешь, 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 знаешь. Вот. А также 21 октября на iTunes появится полностью альбом второй, который так и называется «Второй». Но он такой более молодежный, танцевальный. Не такой, не до такой степени. Но можем спеть. Проще забить и забыть, а впрочем, знаешь, пару невинных ночей, пока ты ничей хочешь попробовать раз, но понимаешь, нет нас, нет нас, кроме замыленных фраз. Да что ты можешь лишним обвинять? Да это все пустяк. Любишь себя восхвалять, не стоит даже вникать, вникать не будет. Простых оборотов нет, инструкции для утех тем, кто исчерпал для разговоров темы. Не будет простых оборотов нет, инструкции для утех тем, кто исчерпал для разговоров темы. Я поняла, что я не помню эту песню. Давайте я лучше не буду позориться, спою другую. Кстати, я еду на выступление в Крокус Сити Холл. А знаете что, кстати, ребят, если вам не сложно, как-то смотрят статистику посещения трансляции. Вот один парень мне присылал такую штуку. Там можно посмотреть, с каких уголков там мира к нам подключаются. Просто я сейчас увидела сообщение, а если кто-то из Германии, вы можете это посмотреть. Вы можете прям где-то на трансляции посмотреть, что ли. И вот, честно, не знаю, но мне было бы тоже интересно посмотреть. Поэтому, если вы заскрините, если вы с компьютера, я буду очень-очень вам благодарна. Хорошо? Вот. Ну и вообще просто посмотрите, кто у нас тут есть, какие страны, города и веси. Ну как же я по вам соскучилась. Сейчас подберем еще какую-нибудь песню. Венгрия, привет! Алтай, спасибо большое! Ну что, его не видишь, что просто рано перестраивается? О, есть вот такая песня еще, это уже из четвертого альбома. Как лед в моих руках, ветер разбил в осколки страх, мысли застыли на виске. Ты видишь рисунки на песке, тысячи звезд в одной руке. Я попрошу в который раз. Тюмень, здорово! Не уходи, сердце пополам, все тебе отдам, прости. Не уходи, слезы по щекам, всю любовь отдам тебе. Только не уходи, только не уходи. Нет, это не слезы, это дождь. Куклы не плачут.
прошу в последний раз. Только не уходи, только не уходи. Не уходи, сердце пополам, все тебе отдам, прости. Не уходи, слезы по щекам, всю любовь отдам тебе. Только не уходи. Черкасск, привет! Ну давай раскачайся. Вот так? Заканчиваем трансляцию. Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще девчонка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь, добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и радость моя летит, и счастье мое поет. Все вместе. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это в нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по круге, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить. Ребята, спасибо большое, что были со мной в эту трансляцию. Я уже доехала до Крокус-Сити, видите, и мне не скучно, и вам неплохо. В общем, 5 ноября в городе Санкт-Петербург состоится концерт в Доме офицеров. Ссылку на покупку билетов я указала.
встретимся, я так понимаю, в 17:00 у нас начало концерта с группой. Будут и романсы, я имею в виду мои романсы, будут и заводные песни из второго альбома, будут также некоторые сюрпризы. Так что все, кто из Питера, ребята, не ленитесь, покупайте билеты и приходите на концерт. Я вас очень буду ждать. Пока-пока!